стране находится делегация деловых кругов Республики Таджикистан во главе с руководителем Национального офиса Международного торгового центра. Программа визита сегодняшнего дня включила в себя встречу в ассоциации «Усть-Текстильпром» в формате B2B между представителями текстильной и швейно-трикотажной отрасли двух стран. С таджикской стороны на ней приняли участие 28 предприятий. Цель состоявшейся встречи – развитие эффективного, взаимовыгодного сотрудничества и торговых связей в текстильной сфере между предпринимателями Узбекистана и Таджикистана. Участники обсудили направления партнерства, вопросы взаимодействия при создании производств, реализации новых проектов, а также применение накопленного опыта. Наша делегация в составе представителей компании в порядке 25 человек. Мы посетили предприятие текстильной и швейной промышленности города Ташкента. Налаживать контакты по части повышения квалификации наших специалистов на базе крупных компаний Узбекистана. В дальнейшем организовать создание совместных предприятий в Таджикистане и Узбекистане. В рамках встречи между представителями текстильных и швейных предприятий проведены встречи в формате B2B, где партнеры обсудили актуальные направления – укрепление сотрудничества. Гости очень заинтересовались нашей продукцией, и предприятия местных производителей постарались ответить на все интересующие их вопросы. На международном рынке сегодня узбекская текстильная промышленность практически достигла высокого уровня. В ближайшем будущем мы договорились о совместном сотрудничестве, то есть мы наладим экспорт трикотажа, будем обучать и поможем повысить квалификацию работников сферы. В ходе мероприятия состоялась презентация обзора текстильной и швейной отрасли Узбекистана, организована ассоциация «Усть-Текстильпром». Гости особо отметили производственный и экспортный потенциал узбекской текстильной промышленности, благоприятный инвестиционный климат, развитую научно-образовательную базу для подготовки и повышения квалификации кадров. Была подчеркнута обоюдная заинтересованность сторон в продолжении диалога предпринимателей на постоянной основе.